столичная набережная. Скоро тут появятся велодорожки, обновят роллер-дром. А еще будет небольшой фонтан и аллея влюбленных. Теперь это часть парка Екатерины. Это получается у нас уже как бы второй этап идет строительство самого Екатерининского парка. Есть уже некоторые набросы, есть некоторые уже наработки именно по самому дизайну, именно по самой визуализации, также где будут учтены работы по строительству небольшого фонтанчика. Здесь будет дорожка для, то есть велодорожка. Также здесь будут зоны отдыха, сделаны непосредственно пешеходные зоны, то есть смещение тротуарной плиткой. Фонари на столичной набережной тоже заменят. Они будут такими же, как во всем Екатерининском парке, в том же стиле лавочки. Их уже установили. Работы сейчас и на роллер-дроме. Здесь новое ограждение. Осталось покрасить. Все элементы для катания отремонтируют. Сами металлоконструкции уже обработаны. То есть были некие дефекты, где-то были нарушены сварные швы, то есть произведен полностью весь ремонт. Сейчас мы получили само покрытие, финскую фанеру, и уже непосредственно подрядчик как бы занимается установкой данной, как говорится, фанеры на саму уже металлоконструкцию. А еще территорию набережной продлят до круга. А здесь в тени появятся зоны отдыха и детская площадка. Будут и места для фотосессий.